Доброго всем дня! Сегодня хочу рассказать о пеленочках одноразовых для собачек. Вот размер у них 60 на 40. Пришло время. Покупала я чуть раньше их, потому что знала, что у нас будут щенки. И сейчас пришло время открыть и посмотреть на эти пеленочки, как им пользоваться. В упаковке у нас 10 штук. Вот таких пеленочек. Они такие тоненькие. У нас сейчас щенки. Я сейчас застелю наше место для щенков этой пеленочкой и покажу, как они там будут лежать. Вот наше место. Тут она, наша мамочка тут пришла, уселась. Сейчас я застелю. И вот наша пеленочка 60 на 40 очень хорошо легла в нашу лежаночку. Сейчас мы туда положим наших деток. Вот. Теперь мы уже лежим на пеленочке. И детки, и мама. Вот такая пеленочка у нас. Упаковочка 10 штук. Я всегда стараюсь закупить пеленочек, если они есть по акции, побольше, потому что пеленок у нас уходит много. Детки скоро у нас побегут. И писать будут по всей квартире. Поэтому пеленки очень незаменимая вещь, одноразовая. И покупаю я их в Шиншилке. Поэтому спасибо Шиншилке.